В образовательных учреждениях Карачаева-Черкесии сегодня проверили знания основного закона страны. В 17-й гимназии города Черкесска тестирование прошли 30 школьников старших классов. Подробности у Артура Мкце. Основной закон Российской Федерации 12 декабря отмечает 30-летие. В этот день в ряде образовательных учреждений Карачаева-Черкесии провели тестирование старшеклассников. Так, в 17-й гимназии нескольким десяткам юношей и девушек предстояло показать, насколько хорошо они знают содержание Конституции, где прописаны права и обязанности каждого гражданина. Акция проводится для повышения правовой грамотности наших обучающихся, проводится ежегодно. Ребята должны знать свои права и обязанности, поэтому они готовятся к этому мероприятию очень серьезно. Многие из старшеклассников – постоянные участники предметных олимпиад. Для них вопросы на знание Конституции вряд ли представляют большие трудности. Ребята прекрасно понимают, что основной документ Российской Федерации имеет высшую юридическую силу во всех регионах, помогает соблюдать права, обязанности, обеспечивает безопасность и возможность самореализации. Я считаю, что патриотизм – это очень важно в наши дни. Это любовь к родине в первую очередь, это любовь к окружающим нас людям. Это уважение к родине и уважение к людям, которые нас окружают, соответственно. Разумеется, очень важно знать наши права и обязанности. Поэтому, я думаю, проводится тестирование по знанию Конституции. И в целом знание Конституции обязательно для каждого гражданина Российской Федерации. Результаты проведенного в образовательных учреждениях тестирования будут проанализированы, чтобы позже понять уровень осведомленности школьников об основном законе России. Артур Мхцели Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.